Республика в целом вовсю готовится к столетию. План подготовки включает сотни самых разных мероприятий. И в их числе первых – введение в строй новых социальных объектов. В Алаторском районе после капитального ремонта открылся очередной сельский клуб. Клуб в селе Новой Айбесе – настоящий центр культурной жизни. Здесь всегда работало множество разных кружков, и во время ремонта артисты томились в ожидании. Зато все ожидания сбылись в лучшем виде. Помещение замечательное. Вообще, внутри очень даже понравилось. Акустика такая стоит. Ну и вообще и танцевать приятно, и пол прям звучит. Моя супруга, в том числе и я, у нас хоровой кружок, народный дали недавно. Я участвовал тоже к этому. Вроде старость, но ничего, приятно. Вот соседи тут поддержат мое слово. Так ведь? Да. Мы рады, конечно, рады. Открыто это великое дело. На ремонт нового Айбесинского клуба выделено 6 миллионов рублей. Всего же в ближайшие годы по нас проекту «Культура» поступит более 400 миллионов. Это значит, что еще 50 сельских клубов будут реконструированы. 6 построят заново, а к 15 кинозалам прибавятся еще 2. Многие клубы уже получили и получат новое оборудование.